Любителей хоккея в это воскресенье вновь ждут на стадионе. Саяны проведут очередную домашнюю встречу. На этот раз соперником будет «Байкал-Энергия» из Иркутска. Матчи пройдут 23 и 24 декабря. В воскресенье начало в 13 часов, в понедельник в 19:00. Вход на стадион свободный. Напомним, несколько дней назад «Саяны» провели дома еще две встречи с хабаровским «СКА» «Нефтяником». Первая игра окончилась со счетом 9-2, вторая – 6-2. Обе в пользу хозяев поля.